Поехали. Привет, YouTube. Привет. Мы играем сегодня в моды Slay the Spire. Вот. На twitch.tv/varlock, да. Так, короче, что у нас мод? Смотрим мод. Сейчас я включу себе чатики, чтобы все видеть. Так. Slime Bound. Ну, типа слизь. Понятно, слизь. Основная его реликвия. Блин, плохо, что она на английском. Призывает случайную слизь в начале боя. Мы пойдем без возвышения. Мы пойдем на сердце. Я планирую. Враги в трех боях будут иметь один здоровье. Мы не можем получить огненную элитку таким образом. Я буду руководствоваться стандартными своими понятиями по игре. Мы можем получить вот эту элитку на шару. Но нам не интересно, нам нужна огненная на первом этаже. Почти гарантированно. Если мы хотим пойти на... на сердце. Поэтому как-то так. Так, удар, защита. Ну, здесь стандарт. Чего за карты? Сплит. Разделяется на случайную слизь. Я так понимаю, что, наверное, призывает какую-нибудь слизь. Коррозив спит. Накладывает 4 слаймет. Слаймет. Так. Короче, когда ты под слаймедом, следующая атака наносит увеличенный урон, поглощая слаймд и лечит тебя. Окей. И каждый ход убирается половина слаймеда. Так. Личинг слайм. Короче, это типа как дефект. У нее есть слоты для слизи. Наносит 2 урона в начале твоего хода. Дает тебе 2 блока. Ну, как минимум, за счет 2 блоков. А, в начале хода. Окей. Теперь все понятно. Пробуем коррозив спид. Следующая атака против этого врага нанесет 4 дополнительных урона и полечит 2. Поглощает все стаки слайма, да. А если его не проатаковать, то половина этих стаков уберется в конце хода. То есть, по идее, вот это сейчас нанесет 10 и хильнет нас на 2. А спирит призывает случайную слизь. Наносит 1 урона и накладывает 2 яда на врага в начале твоего хода. Очень важно, что слизь действует в начале хода, а не в конце, как сфера дефекта. Это большая разница. Нам нет смысла слайм делать на него, хотя пофиг. Наверное, можно было похильнуться слаймом, но все равно. Это что, мод? Что за... Да, это мод на перса слизня. Так. Я здесь, короче, буду много говорить про игру и мало про чат. Спасибо за рекламу, Лазарус. Да, очень хорошая. Slime Spikes. Дает 7 блока и 3 шипов. Мы теряем 3 шипов в начале... следующего хода. Ну, видишь, против сердца шипы всегда хорошо, но мне как-то не нравится, что эти шипы теряются. Ну, 7 блока, это лучше, чем блок. Leech Energy. Наносит 3 урона. Мы берем карту, если враг отравлен. Сложно. Sampling Leak. Накладывает 4 слайма, да. Дает 3 блока. Она бесплатная. Мне нравится Slime and Spikes. В основном тупо ради блока. Я думаю, что убирать удар всегда хорошо, даже за этого неизвестного нам персонажа. Новая слизь. Майер Слайм.
Наносит один урон и накладывает два слайма на врага. Короче, фишка, я так понимаю, в том, что все эти... Все призванные слизи, они... Блок. Спасибо. Все призванные слизи, они... Нам, у нас блока не будет. Они, во-первых, действуют в начале твоего хода. Во-вторых, враги их убрать не могут. Они как сфера дефекта, короче. Replication. Копируют карту в руке. It looks tasty. Наносит 8 урона. Добавляет случайную карту, которая лизалка. Лик. Ну, типа, карты, которые лижут. Лик — это карты за 0 стоимости с разными там бафами, дебафами. Наносит 8 урона, добавляет лик, если противник под слаймом. Сложно. Очень. Глатани. Голод. Обжорство. Так. Случайная карта, которая содержит лизание. Каждый раз, когда ты... Первая карта, которая содержит лизание в твоем ходу, добавляешь случайное лизание в свою руку. Писец, нам нужен перевод этого мода, потому что это огонь. А это сложно. Вот это весело, но дорого. Я возьму It Looks Tasty, потому что... Во-первых, 8 урона, нет, неплохо. И мы можем кого-нибудь из вас убить. Вот так вот мы не убьем тебя, мы не убьем тебя. Как минимум. До свидания. Как минимум этот персонаж интересный. Ну, я не скажу, что механика со слизями, она прям такая супер какая-то новая или чего-то такое. Но она неплохая. Но что у нас есть хилки? По-моему, мы даже немножко слишком сильные. Split into Mire Slime. Это как призывает Mire Slime'ов, которые наносят... Которые накладывают слайм на врагов. Высасывающее касание. Получить блок, равный слайму на враге. Короче, это один из прототипов колоды, может быть. Можно играть через слаймы. Обслизивать врага и за счет этого всякие фишки получать. Finishing Tackle. Наносит 18 урона и 5 урона себе. Если убивает врага, получит 10 блока. Мне нравится. Нам нужна сильная атака в колоду. И опять же, я не знаю, какие еще есть. Какие есть еще... Какие есть еще у слизня карты, поэтому мне сложно составлять колоду, но мы будем... Мы сделаем все, что моем. И мы можем позволить себе атаку, которая наносит урон нам в обратку. Ибо у нас есть хилки. Мы можем тебя убить, если вот так сделаем? Нет. Ну вот так мы можем тебя убить. Ровно. 22. Либо мы можем заблочить. Нафиг. Мы все равно вышли с полным здоровьем. У слизней другие эффекты, они срабатывают в начале хода, не в конце, их нельзя разрядить. Да, но принцип примерно тот же, что у дефекта. Так, Looks Tasty тоже было, prepare. На следующий ход получи 2 энергии и 2 карты. Но стоит 2 энергии. Дайте мне бесплатную лик. Окей, первая элитка. Гремлин Верзила. Звучит ужасно, потому что у нас большинство скиллов — это навыки. Мы, короче, в отвратительной ситуации. Я вам честно скажу, я буду здесь тратить все.
Чомп. Наносит 4 урона 2 раза. Противник получает дополнительный урон от карт, которые делают такл в этом бою. У нас вроде бы нет таклов. У нас 10 урона и 3 урона самому себе. Получает двойной... Прошу прощения. Получает двойной бонус от слайма, да, на врагах. И комбо такл. Таклы, они все наносят урон самому себе еще. В общем, не знаю. Видишь, у него такие... У Звинина так сильно все заточено на комбо. А, надо было слаймы наложить. Я лох. Где скачать мод, что-то не могу найти в Соре. В Стиме, там же они все, там теперь официальная поддержка модов. Они абсолютно официально, так же, как на любые другие игры. 18 урона. 22 урона будет. Плюс 6. Плюс 4 от яда. Мы можем его убить? Ты уже нанес урон. Так, 22 плюс 6. Это будет 28 плюс 4. Мы нанесем 32. То есть у него останется 1 хп, да? Я зол. Но нам все равно надо что-то здесь делать как-то и... Навыки использовать более чем глупо. Он мертв на следующий ход. Может, мы хильнемся как-нибудь? Нет, его бьет слизь. Крохный сундучок, но я всегда рад видеть в начале. Слайм Броу. Так. Сыграете и... разыгрывает и сжигает карту наверху стопки добора. Повторяется за каждую призванную слизь. Звучит неплохо, но у нас немного карт, которые призывают слизи. Слайм Бараж. Наносит 4 урона, триггерит все эффекты слаймов. Лич Энерджи. Мне кажется, что колода у нас становится какая-то очень медленная. И что тут апгрейдить-то? Становится дешевле. А это еще-то карту дает. Ну, как обычно, с новым персонажем получается пока какая-то трешовая колода, честно. О, сплит надо сделать 0-0. Вот это да. Текстурки карт идеальные. Да, текстурки у карт трэш. Триггерит атаки всех твоих слаймов. Слайм-бараж. То есть даст нам два блока. Даже не знаю. Даже не знаю. За две энергии как-то... Чё-то как-то не очень. Это должно быть 4 слизи призваны. Но мы сейчас больше их должны призвать. Я посмотрел сюда, я подумал, что у нас сейчас слизи разделятся на 2. На что он сейчас разделится. Так. Да? По идее, это его должно убить. 8 урона не убьет. Фак. О, я провтыкал. Хотя мы не получим здесь урона, я не знаю, что я боюсь. У нас все в полном порядке. Так. Мегалик. В какие-то моменты мне кажется, что слизень слишком сильный. Так, наносит 10 слаймов. Новое зелье. Зашибись. Vicious Tackle. 10 урона, 3 урона обратно в себя. Двойной бонус от слайма, да. У нас много слайм. Поэтому попробуем. Матрешка. Окей, матрешку всегда мы берем вместо ключа это. Надо ключи не забыть набрать, между прочим.
Что я хочу? Мы идем на сердце, окей? Рост. Убирает один слот для слизи в обмен на 2 силы и на 2 ловкости. Простите, что я беру? Я беру бронзовую чешую. Пусть будет 11. Больше, чем поставь себе GTX 954 674 рубля. Вот ссылка на aligot.by/2urkf. Если надо, продавец надежный. Больше, чем качественные видюхи. Если сокет 1155 на видюхе, то советую ксеончик, то есть переименованный i7. Вот ссылка на aligot.by/2vmw. Excel стоит 5347 рублей 65 копеек. Шашинсур, спасибо тебе огромное за донат и за подсказки по технической части. Я посмотрю потом, да. Слушай, этот, я посмотрю, но я не знаю, буду ли я в ближайшее время менять что-то. Компьютер работает, знаешь, чего его трогать? Привет, Варлок, впервые у тебя на стриме, расскажи про нового модового персонажа. Да нечего рассказывать, я первый раз им играю. Призывает каких-то слизней, что-то всех слизью облизывает. Они все грязные делаются. 14 урона. Мы его можем добить? 20. Мы его можем добить через страйк и финишинг такл. Так. Спайки Outer Goop. Дает 3 шипов и 3 plated armor. О, да. Marcer Purpose. Ха-ха. Превращает все карты в руке. В другие карты, я так понимаю. Да. Дает 7 блока. Возвращает одну... сожженную карту стоимостью 0 обратно в руку. Прикольно, но мне очень нравится латная броня. Хотя мы набрали много дорогих карт. Не знаю, насколько это хорошо. Ну, вы видели, 2 силы, 2 ловкости, как с куста. Это намного лучше, чем, например, слизь, которая наносит 4 урона. К тому же 3 шипов для сердца, это будет огонь. Что с нее слайма на враге делает? Оно типа увеличивает урон, который ты наносишь. И лечит тебя. Смотри. Мы его обслаймили. Теперь наш удар наносит 20 урона. Так, кстати, его не убьет. Мало. Лечит наполовину стаков, ну, собственно, вот этого слайма. Ну, я скажу честно, по-моему, персонаж сильный. Он скорее всего, не сбалансированный, ну, потому что это мод. Нам пора переставать добавлять дорогие карты в колоду. А реально, жесть просто. Я даже просто не буду смотреть даже на дорогие карты, на любые. Чего? Чего? Так, ну мы этот ивент знаем, но тут какое-то дополнительное действие появилось. Получить скраб уз. Что? Так, в начале боя призывает скраб уз. Ну, слизь из металлолома. Во время отдыха на костре, в костре, ты можешь пожертвовать карту и добавить скраб узу плюс 1 урона за плюс 1 урона за зеленые карты, плюс 2 урона за легендарные карты, минус 2 урона за проклятие.
Че? Сейчас будем смотреть. Фонарь я возьму, сапфировый ключ, прости, полежи пока что. То есть, мы можем убирать карты из колоды? Серьезно? То есть, если я делаю вот так, мы тупо можем, ну, убрать удар из колоды, да? Я правильно вас понимаю, месье? Я, кстати, наверное, не удар бы убрал, а что-нибудь из дорогих карт, которые мы взяли. Потому что нам из этого не все надо. Вот это нам, например, не надо. Окей. Это лучше, чем трубка мира, потому что трубка мира просто убирает карту. А это еще и дает нам фишки. Жесть какая-то просто, а не реликвия. Учитывая, что... Вау, мы можем его сбить? Мы можем его сбить, если сыграем один из таклов. Да, мы не играем губ. Надо смотреть, потому что мы близки к смерти так-то. И самому себе урон наносить опасненько. 20 урона. Мы можем сделать вот так. Ну, смысл. Стоп. Слушай, ну боссу, по-моему, писец. У нас как минимум те же плюс 2 силы плюс 2 ловкости, это уже жесть. Так, это навык, то есть нам урон не нанесет. Наша задача сейчас не получать урон. Оу, так рост, он не сжигается. Мы можем бесконечно получать плюс 2 силы, плюс 2 ловкости. У нас сейчас уберется вот эта кислотная слизь, да? Нахрен она нужна? Плюс 2 силы, плюс 2 ловкости. Это же жесть. Бей меня. У нас 9 шипов. Он тупо снес себе половину здоровья аж на наших шипах только. Страшно то, что у нас всего 21 здоровья так-то. Поэтому надо как-то притормозить стаклами, которые нам урон наносят. Но по идее он до своей следующей сильной атаки не доживет. Не знаешь, где я могу получить 26к? Больше, чем мы сделаем, не 11 места. Больше, чем в топе. Больше, чем. Шажин Сур, спасибо тебе огромное за донат. За целых 32. Спасибо тебе большое. Не знаешь, где я могу получить 26к? На работе? Я не знаю. Можно украсть где-нибудь. Где конкретно есть 26к, которые можно украсть, я не знаю. Но я думаю, что в ближайшем, в любом магазине, в кассе где-то так и есть, ты можешь ограбить магазин. Лучше не делай этого, я не рекомендую, я как бы против ограбления магазинов, но смотри. Сделай мне 11 место, нет, у нас топ-10. У нас топ-10, там топ-11, это уже как-то странно. Так, ресайклинг. В начале вашего хода возвращает рандомную... изгнанную нулевую карту в твою руку. А, да-да-да-да, я видел, это талант. Окей, навык. Overextort. Господи, еще какой-то дополнительный скилл. Дает 4 potency. А, potency увеличивает урон всех призванных слизней. Понятно. Через 2 хода поглощает всех слизней призванных. Понятно. Сложно. Ядовитый язык.
наносит один яда каждый раз, когда мы накладываем на противника слаймд. Честно, из этого всего что-то какое-то все сложное такое. Ну, я не знаю, возьмем слаймд. Вау. Мы будем брать разбитую корону. Нам нужна энергия. Нам критичная энергия. Да, это как бы для нового перса. Странно. Потому что, ну, нам надо бы карты посмотреть. Но я еще и выиграть хочу. Я бы очень хотел выиграть. Вот здесь путь. То, что нужно. 10 урона. Замечательно. Мы можем сделать Acid Tongue, потом тупо Spike Slimes, а у нас же 4 энергии. Да-да-да. Так, и вот так. Зажигание карты металлической слизи увеличивается урон. Да. Это очень хорошо. Так. Надо ли нам Гроу здесь играть? Или нам тупо его мочить надо? Я думаю, нам его надо тупо мочить. По-моему, Гроу это какая-то читерская карта. Два силы, два ловкости. Всего за... Всего за два энергии. Да, мы теряем слот для слизи, но это смешно. Ты охренел. Не ты, Шазенцур, а вот этот избранный. Шазенцур, спасибо тебе огромное за донат. Пусть будет топ-11. В 14 лет на работу зимой хрень какая-то. А еще мне нужны твои деньги. В 14 лет на работу зимой сложно. Я согласен. Но ты можешь... Продать что-нибудь не нужно, если у тебя есть. То есть, что за 26 тысяч можно продать? Какого-нибудь родственника, который тебе не нравится? Есть у тебя какой-нибудь дядя, который... Ну, вот вообще ты его не одобряешь. Ну, он какой-то... Этот... Ну... Что-то ненормальный. Продай его нахрен. Че он тебе? Никто и даже не заметит. Лич лайф. 3 урона. 3 яда. Лечит 3 хп. Шикарно. Берем. Копировать карту в колоде. Вот это уже интереснее. Что мы хотим копировать? Мне вот эта штука нравится. Вообще жесть. 3 урона, 3 яда, хилка на 3. За 0. У нас добора нету. Можно еще одну копию Гроу добавить. И тупо сжигать все слоты для слинитней и горения синим пламенем. Мы настакаем 1 000 000 силы, ловкости. И зачем нам слоты для этих слизней? Если у нас есть сила и ловкость. Правильно? Нам один слот можно оставить для Скрапулус. И все. Не знаю, ну вот, например, тактика играть через такл мне как-то странно. Потому что нам все время не хватает нормальной защиты. Хилка на 3, шик. Снова делаем Гроу, убираем нафиг этих слизней. Да, у нас будут проблемы с противниками, которые... У которых артефакты. 4 слайм, 3 блок, давай. Потому что артефакты нас контрят жестко. Очень жестко. Стоп, 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 стоп. Сначала Гроу. Теперь сплит. А теперь самплинг глик. Больше защиты. Замечательно. Три урона самому себе. Вот вообще мне эти карты, которые урон самому себе наносят, не нравятся, но. Что сделаешь? Что означает под слаймом число? Я понимаю, что это типа как у карты. У них один урона и два слаймд. Один урона, два яда. Это просто 7 урона. То есть вот эти числа под ними означают их характеристики. Что-то типа того.
Он мертв на следующий ход. Сам. Автоматически. Еще одна банка слай. Слай слайма. Ганг ап. Так. Добавляет, короче, слизней, которые просто наносят урон. Х плюс один раз. Было бы классно, но мы, походу, не идем на билд на слизней. У нас он не получается. У нас получается билд, который работает наоборот. Мы сжигаем слоты для слизней, а потом просто убиваем врагов за счет того, что у нас 100-500 защиты и силы. Короче, мы на перманентных бафах играем. Мы можем улучшить карту, но честно, вот я так смотрю, и почему бы нам не убрать очередной обычный удар из колоды? Просто на шару в каждом костре можем убирать карту из колоды. Это очень круто. Какая шикарно. 4 энергии потратили, и у нас как раз... Кого из вас надо убить? У нас как раз осталась куча энергии. Ну, мы, правда, не нанесли вообще урона. И нас мочат. И может быть это ошибка, то что я не взял один вульнерабл и 4 слайма тебе. Может быть это ошибка, то что я не взял и не начал нам добавлять удары какие-нибудь в колоду. Потому что единственные наши сильные атаки — это атаки, которые нам в обратку наносят урон. Я небольшой фанат этого. Твой большой фанат — это 6 plated armor, 9 шипов. Но опять же, это не наносит урон. Поэтому как-то... Что-то я очкую славик. Фак, надо было сначала гроу сделать. 100%. Но у нас 5 ловкости и 4 силы. Это же жесть. Нам нужно по ней 22 урона. 14 урона по нему точно не нужно. Поэтому вот так. Ну и как раз, если мы играем слаймед, то мы лечимся от него. То есть мы можем себе, в принципе, позволить атаки, которые наносят урон нам. А этот предводитель себя случайно сейчас не убьет? У нас 12 шипов. У него 24 здоровья осталось. Простите, 17. Могу сломанное кресло, коньки, полпачки чипсов, стремные часы, которые подарили на 23 февраля, больше чем нерабочий геймпад от PS4, полбутылки водки, конфетку, синнабон мне их тетя поставляет, я их уже ненавижу, больше чем светящийся ошейник, больше чем. Слушай, ну во-первых, сломанное кресло можно продать нормально, коньки вообще замечательно, сейчас зима, самое время, полпачки чипсов. Ну, тут будет сложно. Но ты можешь его выставить на Авито, каждую чипсинку отдельно по 100 рублей. Стрёмные часы. Синнабон. Что такое синнабон, я не знаю. Тётю продай. Чё она тебе... Она тебе уж надоела, видимо. Светящийся ошейник. Светящийся ошейник самое крутое. Так, форма блокейт. Сплит into random slime.
Короче, случайную слизь призывает. Мы не берем ничего, что нам слизи призывает. Нам это не нужно. Это лишнее. Я вместо апгрейдов продолжу убирать карты. Зачем нам лишние карты? Хотя у нас в итоге останется... Да нет, в итоге у нас все будет нормально. Единственное, что, наверное, теперь я уберу оборону. По-моему, у нас нехватка атакующих карт нормальных. Урок Гремлина или ключ? Ну, урок Гремлина слишком крут. О, я счихнул. Ой, прошу прощения. У меня опять насморк. Якорь, бомба, 10 защиты в первый ход. Ну, это, наверное, и так понятно. Птица умрет сама, мы ее даже атаковать не будем. Так, так, и вот так тебе. У нас 6 шипов. Птица, писец. Так, нам бы защиты. А защиты и нет. А, капитан. Пока что мы не встретили противников, которые нам особо страшны. Надо было гроу сначала делать. Теперь нам блок придется играть вместо гроу еще одного. Я карты играю, даже несмотря на них. По-моему, у этой слизи все карты хорошие. Вообще пофиг на все. Excuse me? Не убивай меня, пожалуйста. Не надо. Козел, и сдох, даже не дал полечиться от него. Press the attack. О, нравится. Короче, эта штука наносит 8 урона. Если противник был под слаймом, то у тебя автоматически включается одна из атаков слаймов. Из атак слаймов. Мы продолжим убирать тупо удары из колоды. Опять же, я не вижу никакого смысла этого не делать. Но ты считай, что у нас есть трубка. А трубка — это огонь. 20 урона. И ты труп. Нет, ты не труп. Защиту! Я не сыграл защиту! Лох! Мы не должны были здесь урон получать, 100%. Чувствуется нехватка защиты. Да, у нас много ловкости, но, собственно, защитных карт как таковых и нету. Семь блока. А, ну у нас же две латные брони еще. То есть нам как раз хватит. А, более чем хватит. У нас будет 20 брони, простите. Ой, пожалуйста, умри, друг. Будь добр. Благодарю. А что это у нас такое? Я даже не посмотрел. А, за каждую призванную слизь в конце боя лечит 3 здоровья. Мне кажется, у нас дисбаланс сейчас в колоде. Имбирь. О, имбирь надо брать. Тут чё? Не забудь 2 ключа на следующем этаже. Обязательно. Как-то так.
Не получаем урон, пробиваем. Ну, честно скажу, персонаж, по-моему, скучноватый. По-моему. Я не говорю, что он плохой. Я говорю, что скучноватый. И как-то вот, ну, карты играют сами по себе. Мне кажется, что, например, когда мы тоже безмолвно играем, хотя, может, я просто неправильно помню. Когда той же безмолвно играешь, по-моему, там повеселее. Слаймед эффект регенит тебя на количество эффекта, если ты убьешь противника под ним. По-моему, он срабатывает. По-моему, он срабатывает, даже если ты просто атакуешь противника под слаймед эффектом. Не только если ты убиваешь. О, мне это нравится. Тебя лечит. Даже если ты просто, вот мы сейчас проатакуем, он нас на два полечит. Да ты чё, жрица? Перестань, пожалуйста, делать то, что ты делаешь. Хотя, чё, я боюсь. Мы похиляли здесь нормально. Где ли силы? Окей. Дайте мне его, пожалуйста. Лик. Улучшенный. И опять же, мы можем снова убрать карту, но я не буду здесь рисковать. Синабоны — это пироженные такие дорогие, по моему мнению. Ну еще если так подумать, то еще свой ноут убитый хлам, больше, чем плинтуса. Еще English, англо, русский, русско-английский словарь для школьников, кусок шарика, диски PS4, древич лук и рачит амперсант чланг. Йоу, Шазенцур, спасибо тебе огромное за донат. Целых 32, спасибо тебе большое. Синабоны на пирожные такие дорогие. Я не знаю, что такое синабон. Ну-ка. Да, я хоть посмотрю. Чат, я знаю, что мы отвлекаемся. Мне стало интересно, что такое синабон. Синабон. Ау! Синабон. Я понял, это... Я понял, что это. Я понял. Синабан, наверное, типа. Так. Слайм. Слайм, сейчас, одну секунду. Слайм. Защита. И кого еще убить? Ах, не повезло. Ты мне всегда можешь продать плинтуса в квартире все. Ноут убитый в хлам тоже нормально. Гроу, спасибо. По-моему, мы выиграем этот бой вообще легко. Должны, теоретически. К тому же у нас иммунитет к слабости. Блока, все нормально. Еще у нас 5 пассивного блока. Мы наносим по 12 урона им, когда они нас сами атакуют. Раскрой секрет, Женя — это женек. Эх, да, раскусили меня, блин, что же делать. Нам сожрет скрапуз, если мы сыграем это, но это же сила и ловкость. 14 урона ударом, 10 блока. Так, ты труп. 19 блока. 24 в общем. 12 урона в ответку на каждую атаку. Коллекционер попал. Мы становимся сильнее и сильнее. А, надо было играть Vicious Tackle. Девять ловкости, 10 силы.
Зачем нам вообще играть атаки? Мы можем тупо их убивать одними шипами, и все. Нам не имеет смысла никакого. О, нам не дало уже сил. Так, я понял. Гроу не работает, когда у тебя нет слотов для слизи. Я, честно говоря, надеялся, что он будет работать, но... По-моему, я зажрался. Шипастый слизень багованный, после него остаются шипы даже на другом слизне. Чего? Ты труп? Ты труп? Гроу теперь не работает, надо следить за этим. Но даже если гроу не работает, какая нам нафиг разница? Когда у нас один блок дает 14 защиты. У нас полное здоровье. Он даже примерно не подобрался к тому, чтобы нас как-то опасность для нас представлять. И все равно я обращу внимание, что защиты немного не хватает. Чуть-чуть можно защиты побольше. Именно карт, которые напрямую блок дают. Ну вот, типа таких. Ой, короче, иди нафиг. Мод сделан на коленке. Слушай, пока что сам баланс интересен. Увеличивает, делает слайм на противнике двойным. Отлично. Шляпа. Так. В начале боя добавляет Study the Spire Card в твою руку. Я не знаю, что дает Study the Spire Card, но мы как бы должны взять новую реликвию. К тому же она выглядит маленькая шляпа. Что может быть лучше маленькой шляпы? Это только огромная шляпа. Если вы понимаете, о чем я. Что тут происходит? Да, моды смотрим. Study the Spire. Так. Добавляет случайную карту босса Спайра в твою руку в начале твоего хода. В течение 4 следующих ходов. Очень сложно, но мы это сыграем. Потому что почему бы и нет. Сразу гроу, сразу лик. Дальше мне бы защиты, но защиты точка нет. Окей. Окей. Как скажете, капитан. Теперь нам должны дать какую-то мега-карту. Guardian Whirl. А, это карты, которые типа на основе атак боссов сделаны. Понятно. Все с вами ясно. Ну, хорошая штука. Ничего не могу сказать. Мы вот этим можем сейчас хильнуться. Просто нам надо хильнуться. Вот это нас хильнет. Йоу, 10 защиты, оно. Возникают проблемы с защитой. Так. На следующий ход получить 13 блока и 2 силы. Ну, следующего хода не будет. Мы полечимся на 4. Нет, следующий ход будет. Мы получим плюс 2 силы. До конца хода, интересно, или навсегда? Походу, навсегда. Йоу, Лич Лайф, благодарю вас. Йоу, Шазенсур.
Спасибо тебе огромное за донат. Деньги кончились, мне нужны деньги. Слушай, опять же, спасибо тебе огромное. Ты сегодня очень сильно помог донатами. И донаты — это абсолютно не обязательно. Я всегда благодарен за донаты, но как бы если тебе нужны деньги, то канон. У меня так-то все нормально. Я на работу хожу. Я работаю, мне там деньги платят. Я пытался делать мод на шаурму, который дает 128 здоровья и 3 силы в начале каждого хода. Хороший мод. У меня у одного стрим тупит. Не знаю, у меня все нормально показывает вроде. Так, не надо. Бен, I need help. Так, у нас 538 золота и пасека пилка. Acid Gelation. Каждый раз, когда тебя атакуют, накладывает 3 яда на врага. Звучит как охренительная штука против сердца. Ну, вот что я скажу. Радужный осколок, во-первых, бомба. Во-вторых, есть ли что-то, что добавляет нам... добавляет нам... слоты для слизей? По-моему, нету. Мы можем удалить обычную, последний обычный удар с колоды. Это мне нравится. Это все эти слизи, они нам не интересны. Ваджра пойдет. В принципе, мы все потратили. Зелий шипов тут не было, в любом случае. Но если мы каждый раз, когда сердце нас атакует, нам, кстати, не забыть насчет сердца. В костре нам надо забрать ключ. Вот, и вот здесь забрать ключ. Поэтому не тупим. Восемнадцать блока. Более чем достаточно. Можно, в принципе, и такл сделать, чтобы его побыстрее убить. А, такл наносит урон по блоку, а не по здоровью. Ну, все-то оно нормально. Кака, да. На ютубе стрим лег. Минус стрим ютуб. Так, интересно, почему? Видеопоток поступает слишком медленно. Twitch, у вас тоже проблемы со стримом? Или это только на ютубе? Twitch, у вас нормально работает стрим? Тут чуть лучше. Я не знаю, в чем проблема. То есть у меня все в порядке, комп работает, никаких проблем быть не должно. Ну и чего вы? Ты чего, стрим? Ладно, я сейчас перезапущу стрим, секунду. Так, трансляция должна быть восстановлена. Смотрим. Ну чего, стрим, ты работаешь? Так, вроде здесь работает. Так, здесь у нас чего на ютубе? Я перезапустил стрим. Чат, мне нужна ваша помощь. Стрим восстановился, все работает. Или нет? Оно живое вроде. Твич живой, окей. А ютуб? Работает, отлично.
Замечательно. Может быть, на Ютубе вам страницу нужно будет обновить, если что. Но вроде бы работает. Так, игру возвращаем. Все. Окей, продолжаем. Слизь. Сплит-культист. Призывает слизь-культиста. Замечательно. Слизь-культиста. Именно то, что нам нужно. Арсенал плюс. Окей. А, мы же взяли радужный осколок. Йоу. Арсенал плюс. Огонь. Брать карту из колоды. Ну, мы убрали все удары из колоды. Что нам тут не нужно? У нас 100% должно быть что-то лишнее, что мне не нравится. Один яда, когда противник под слаймом. Вот это мне не нравится. Атака дорогая и не очень хорошая. По-моему. Но теперь, когда мы еще с радужного осколка получаем рандомные плюшки. А, я не включил себе карту, которая дает шляпу. А, точнее, которую дала нам шляпа. Слизь культист еще лучше шаурмы на плюс 3 к силе за ход. Да. Ты охренел. На тебе слабость. А, на него слайм наложился, а не слабость. Ладно. О, смотри, что мы можем сделать. Так вот. И вот так вот. Хилка на 6. Мы гроу не врубили, но как-то пофиг. Надо еще больше слайма. Йоу. Если мы до сердца доживем, я думаю, мы его превратим в мясную тушку. Мы должны его порвать. Подзарядка. Нам как раз не хватает защиты. Так, внимание. Ключ. Было бы глупо все это пройти и забыть ключ взять. Не-не-не, пацаны, только не вы. Шесть слайма. Знаешь что? 35 урона. Это его не убьет? Но тем не менее. Мы всегда можем сбежать шашкой. Чего? Бронзовая слизь. 6 урона, 6 блока. Охренеть. Надо было, наверное, убегать шашкой от них. Мы сейчас здоровье теряем вот вообще никуда, и оно не нужно. И для чего? О, господи. Давай я создам скайп и посовещаемся, сделаем карту варлок. Отличная идея. Просто замечательная. Бутылочка, которая слизь дает, улучшенный смертельный яд, никогда не помешает. Так, чего мы сделали? Мы в итоге хотим еще убирать какие-нибудь карты, я думаю. Обычные блоки? Не, я думаю, что мы вот эту атаку хотим убрать. Курительница!
Но нам обязательно надо брать здесь ключ. Курительница — это офигеть как весело, но ключ нужней. Чё мы еще не хотим здесь видеть? Наверное, все эти таклы дорогие. Хотя чем-то атаковать же надо. Мы же не можем только сидеть и ждать, пока враги себя сами убьют об шипы. Ну, мы можем, но... наверное, не будем. Ладно, убираем обычный блок. Карты улучшать я смысла не вижу особого. Зелье? Зелье ловкости. Окей. И чё? Вишес такл. Нет, спасибо. Улучшать я особо не вижу смысла. У нас есть улучшенный арсенал. И он нам поапгрейдит карты со временем полностью. Я думаю, можно убрать один гроу. Одного будет достаточно. Уже колода уменьшилась. И два — это слишком много. Все равно слоты для сфер... ой, слоты. Слоты для слизей кончатся, поэтому... вы там разрабатываете новые карты для Slay the Spire. Ну, такой персонаж пока что. Я честно скажу, пока особо не этот, прям вот каких-то бурных эмоций не вызывает товарищ Слизь. Механики вроде необычные, но... чего-то такого прямо... супер интересного я тут пока не замечаю. 46 урона. Охренеть. Погибель не нужна, благодарю. Ну, сейчас посмотрим, как против элиток. О, голова. Это как раз тот парень, который может нам дать люлей. У нас нет большого ДПСа. И это может быть проблемой. Я даже не знаю, есть ли смысл тут стакать много слайма через вот эту штуку. Split into Torchhead Slime. Наносит 9 урона. Получает плюс 1 урона каждый раз, когда мы разыгрываем талант. Ну тогда, как-то вот так. Как бы ты отреагировал, если бы тобой заменили кульминацию, ты бы убивал всех ревом живота. Простите, что? Чего бы я делал? Кого бы я там чем убивал? Мы как-то медленно идем против головы, но, опять же, я не вижу никакой опасности с такими картами.
который нам дают по 100-500 защиты и силы каждый ход, у нас все будет отлично. Она под уязвимостью, под слабостью. Чего она нам сделает? Да, 30 урона. 30 урона это, конечно, страшно. Но у нас практически достаточно блока для этого. Для того, чтобы с ней разобраться. Ну, 28 блока. Ну, 2 на 2 здоровья нас пробивает, и чего. Может быть, просто везение, но мне кажется, что персонаж, конечно, жесть какой. Читер. По-моему. Противники... Повезло, возможно, с колодой, я не спорю. Но вот это жесть какая-то. Цветок, находка. Почему бы и нет? Так, и наш финальный костер перед боссом. Снова делаем скраб. Снова убираем чего? Один гроу убрали. Да, обычный блок убираем. Все. 21 карта в колоде. Из них стандартных остался одна защита осталась. Пробужденный. Кстати, пробужденный может для нас быть проблемой. Ибо мы играем таланты. Я, наверное, даже выпью зелье. Сплитмайер. Презатак. Сплитбрузер. Все херня. Все фигня. Таланты все равно надо включать. Они стоят того. Хотя, казалось бы, ну, мы делаем его сильнее. Но тут такие таланты, которые нужны. Хотя вроде я врубил талант, чтобы он отравлялся при атаке, но что-то он... Блин, да здесь сплошные таланты. Но здесь мы будем получать один силы в начале каждого хода, поэтому... Вот некоторые таланты я придержу. Не будем наглеть. В какой-то момент надо будет врубить зелье проворства, я думаю, мы тоже его здесь потратим. Потому что я тут говорил, что персонаж какой-то читерный, но счет как-то стрёмно становится постепенно. Особенно учитывая, что там 40 урона летит в лицо. У нас 54 блока, более чем достаточно. Я знаю, что я продолжаю нам бафать. Как бы бафать ему силу каждый ход. С талантами, но... Культист слайм. Если мы сделаем гроу, уберем культист слайма. Возможно, оно того стоит. Культист слайм становится сильнее каждый ход. И противник его убрать у нас от нас никак не сможет. По-любому. Все, что нам нужно теперь сделать, это ждать. Слизи наносит по 30 урона каждый ход.
А теперь у нас нет защиты. Фак. Нет, игра не выкидывай. Нам нужна Женя для котлетки с пюрешкой. Чат, что вы там задумали? Какие котлетки с какой пюрешкой? Фак. Ау, 21 здоровья. Окей, он труп. Замечательно. И мы убрали всех слизей. Ты труп. Надо было его заслаймить и полечиться. Лох, это судьба. Для мода про тебя. Не надо про меня моды делать. Вы чё? Я боюсь. Мы мертвы? Походу мы мертвы. Фак. Шаджин Сур, спасибо тебе огромное за донат. Я не буду читать твое сообщение. Я не знаю насчет вообще, хорошо ли писать свой номер телефона в сообщениях. Ну ты как хочешь. Но я надеюсь, что ты просто от фонаря цифр наклацал. Походу мы умерли. Походу я провтыкал все-таки этот забег. И все было так хорошо. Для первого забега, ну, короче, я вот что скажу. Не надо было убирать все дефенды из колоды, и было бы просто отлично. Было бы замечательно, если бы я не стал убирать дефенды из колоды. Их надо было оставить. Удары, да. И у нас получилась колода, в которой почти нет защиты. Прогон, прогон. Мы открыли новые карты. Что мы открыли? Эй, чего мы открыли? Какие мы карты открыли? Мы какие-то карты открыли. Где у нас карты? Нет, это не то. Компендиум. Зеленые карты. Нет, мне нужны зеленые карты, которые слизь. А их тут нету. А нет, вот они есть. Не знаю, что мы открыли тут, короче. Вот тут еще сколько карт открывать. Охренеть можно. Ну, что я вам скажу про этот мод? Честно, не очень такой какой-то мод. Мог бы быть поинтересней.